школьные закупки. 16 по 26 августа Роспотребнадзор будет отвечать на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, школьной формы, канцелярских товаров. Жители Соликамска могут звонить по телефону 4-23-03. Специалисты будут принимать звонки с 5:30 до 5:30 вечера. Новые возможности. Многофункциональные центры края вновь расширили список услуг. Теперь в одном окне жители региона могут прекратить начисление транспортного налога в случае, если автомобиль ранее был принудительно изъят. Добавим, на сегодняшний день в центре «Мои документы» предоставляют 23 услуги налоговой службы. Продолжает расти. В Пермском крае увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией. По сообщениям Роспотребнадзора, на 15 августа диагноз коронавирусной инфекции имеет более 300 тысяч жителей региона. По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 10 место среди регионов страны и 1 место в Поволжье. Заявили о себе. В Московской области прошел гастрономический фестиваль «Сыр Пир Мир». Соликамский сыр получил награды сразу в двух номинациях. Жюри оценили полутвердый сыр 15-месячной выдержки под названием «Парма». Вторую награду получил сыр «Джугас» в номинации «Выдержанные сыры». Ягоды по расписанию. Соликамское лесничество восстановило сроки, когда жители и гости города могут отправиться на сбор ягод. Так, с 26 августа можно собрать бруснику, а вот за клюквой разрешено отправляться с 12 сентября.